Ветер не утихает. Число сломанных деревьев и снесенных крыш идет на десятки. Командировка закончилась. Армавирские казаки-дружинники вернулись из олимпийской столицы. Конопля на кухне. Жителю города грозит до 2 лет тюрьмы за рассаду на подоконнике. Смотрите программу «Новости 24» по будням в 19 часов, повторы в 6 утра, в 6:30 и в 12:30 дня. Видеоверсия доступна на сайте www.ravita.info.